На повестке дня заседания Совета депутатов городского округа Щелково более 10 актуальных тем. Вопросы формирования постоянных комиссий Совета, утверждение положения об общественной палате нашего муниципалитета. Последние обсудили в начале заседания. Правовую основу создания деятельности общественной палаты составляет федеральный закон 212 ФЗ 21 июля 2014 года об основах общественного контроля в Российской Федерации, также федеральный закон об общественной палате, закон Московской области, об общественной палате Московской области. Так был представлен проект нормативно-правового акта для рассмотрения принятия положения об общественной палате городского округа Щелково. Документ прошел проверку городской прокуратуры, в ходе которой нарушений не выявлено. В результате большинством голосов парламентарии проголосовали за принятие положения. Общественная палата будет обновленная в новом составе, поэтому было разработано положение, куда были включены все моменты. Оно, в принципе, мало чем отличается от того положения, которое действовало на территории Щелковского муниципального района, но есть небольшие отличия. И прокуратура сделала свое заключение, которое положительное, но внесла небольшие коррективы в соответствии с законом. Важный вопрос, обсуждаемый на заседании – формирование составов постоянных комиссий Совета по вопросам бюджета и экономики, местного самоуправления, взаимодействия со средствами массовой информации, правоохранительной деятельности, по вопросам образования и молодежной политики и другие. Всего 8 комиссий. Каждая занимается работой в определенной сфере. На заседании формирование утвердили. Также в ряде комиссий избрали председателей. Это говорит о том, что уже мы имеем возможность рассматривать более детально все вопросы, поступающие в Совет, а их скопилось достаточно много. Поэтому работа налажена, утвердили еще некоторые вопросы, которые касаются технической части организации Совета депутатов в целом, работы Совета депутатов в целом. Поэтому, я думаю, сегодня достаточно хорошее было заседание, плодотворное. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.